В начале вечера с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства Республики ТВ Елена Хардикова. Замечательно, что в год педагога и наставника мы приветствуем на гостеприимной тувинской земле уважаемых башки. Наставников тех, кто из юных, смущенных ребят из далекой Тувы вырастил поколение ярких, харизматичных, талантливых артистов, которым рукоплещут не только у нас на родине, но и далеко за ее пределами. В программу концерта вошли самые интересные и зрелищные номера наших талантливых артистов. Каждый творческий номер сопровождался бурными и благодарными аплодисментами зрителей. Во время концерта за многолетний добросовестный труд в деле подготовки профессиональных специалистов сферы культуры и искусства наградили почетной грамотой главы Республики Тыва Нину Владимировну Бочкареву, Елену Александровну Крушницкую, Людмилу Аркадьевну Прокопенко, Татьяну Трофимовну Селянинову и Владимира Васильевича Наренко. Спасибо вам за ваших детей. Постараемся, вот у нас есть 5 человек, сколько мы будем работать в институте, пока мы живы, мы всегда будем принимать ваших детей и постараемся их научить. Спасибо еще раз. Как яркие метеориты в небе зажигаются и долго блешут выпускники вуза, так говорят о ребятах из Тувы их педагоги. И гордятся успехами своих выпускников, также и делятся впечатлениями о республике. Конечно, от сегодняшней нашей поездки, приглашения на такую торжественную дату, большие у нас впечатления у всех. Во-первых, мы смотрим город. Мы побывали в музее, мы побывали на встрече, у нас была встреча лекторий в музее театра. Совершенно такая потрясающая, 2 с лишним часа, много вопросов, народ интересуется. И, конечно, самое главное – спектакли выпускников наших, которые учились у нас. А выпускники вуза с теплотой вспоминают годы жизни и учебу в Санкт-Петербурге. Курсы окончили 17 человек, 12 из них работают в Национальном театре Тувы, остальные по воле судьбы заняты в других сферах деятельности. Но по случаю круглой даты все однокурсники собрались в Национальном театре Тувы. Их называют «тувинские метеориты». Сегодня, конечно, очень волнительно. Все давно тоже не встречались. Есть наши ребята, которые здесь давно уже не работают, ну, работают в других сферах. Ну, все равно вспомнили. Мы вспомнили наши номера, сделали новые номера. Праздничный концерт оставил в сердцах зрителей восторг и бурю положительных эмоций. Нам очень вечер понравился, артисты все прекрасные, выступления выходят на высшем уровне. То, что они показывают, то, что это их заслуга, это их талант. Мне понравилось выступление, где они показывали поодиночку роли, и это показывало их мастерство, то, чему они обучались все эти годы. Юбилейный концерт выпускников знаменитого питерского театрального вуза прошел ярко и на одном дыхании. Они показали, что вечно молоды, красивы и талантливы. Алдана Исая, Буяно Юн, Софья Сая, Тува 24.